Ну, то есть у него хоть какое-то преимущество есть? То есть если мы с этим пролетим, то это есть, по крайней мере, наш начало. Большая, нормально. Да. Покрытие отличное, по-моему, лучше. Гранит очень красивый, да? Гранит не сделан. А, ну это двухлетний, трехлетний, да? Так, у меня уже начинается дежавю, по-моему. И вот точно такую же планировку мы уже где-то видели. Да. И вот прямо вот один в один, что здесь туалет стоит, и вот такие же. А, там где вино, ну даже там где с вином был. Вот у них тоже здесь вот такой же. Абсолютно один в один, по-моему. Там что туалет, помнишь, всегда еще маленький-маленький унитазик. Да, здесь. Здесь тоже есть. Ну вот он здесь. Нет, ну там закрываешь. Там был... Здесь гардероб, ты не путай. Здесь, да, здесь дверь. Здесь собака. Дверь это, да. Этаж очень. Первый этаж хороший очень. Да. Вот это хороший. Здесь, Наташа, как ты любишь, ну вначале, правда, только, чтобы ребенок мог хвататься. Дальше заканчивается. Ничего страшного. Первый бельон. Второй бедрум с установкой. Это тоже бедрум. Второй бедрум, да. Это вот где тоже оставить, да? Да, оставить. Вести это мастер. Мастер. Из окна отличный вид. Все хорошо. Walking closet. Ну, вообще все хорошо. Ну, хорошо. Он мог. Да, он практически. Он мог, и все очень аккуратно. Здесь у нас. Это у нас бонус-рум. Очень классно для кабинета. Бонус. Так, тут опять гантели. Еще одна ванна. Ага. Семья спортсменов. Спортсменов, наверное. Ага. И это третий. Нет, это тоже бонус. И два тогда получается. Это бонус, да. То есть вот это бонус, и там еще один бонус. Ну, просто четырехбедрум. Ну, как? Ну, вот нет шкафов в этом. Два бонуса получается и два, и три бэда. А, тут тоже бонус? Тут тоже бонус. Вот это бонус. Ну и тут тоже бонус. Почему? Там есть. Есть? Там есть, да. Это бэда. Сюда кложет. Вот. А, это бэда, да. Ага, все. Получается мастер, семья спортсменов и две бэда. Три. Мастер, четырех бэдрум и еще бонус. Ага. Бонус довольно большой. Он 2600. 2700. Два спортзала. Все хорошо. Единственное, что этот самый, что школы, хай-топ, вот это вот. У нас только элементы. Как он называется? Хилтоп элементари здесь. Или вот. А вот это high school. Она или шестерка, или семерка. Тут, получается, только элементари. Здесь элементари хорошие, да. High school,
Ну, по крайней мере, Lynwood High School, она тут единственная школа с двойкой вообще, в принципе. Но она новая, то есть я тоже туда посмотрел. Школа в 2013 году построена. Как-то.